Приветствую всех на канале, с вами снова Вуди и игра Don't Stray Together. Продолжаем выживать в игре Не голодай вместе. У меня сейчас ранняя зима. И у меня нет до сих пор холодильника. Что бы я хотел бы взять себе броню, наверное. Идти как-то разведкой заняться. Я не знаю, как топливо пойдет. Отлично, пойдет как топливо. Мне надо семена. Сейчас что у меня здесь? Здесь какие-то у меня чертежи. Копье есть, это есть. Мне нужна ловушка для птиц. Где у меня ловушка для птиц? Так, это все для кроликов. Вот. Ловушка для птиц здесь поставлю. Нет холодильника, к сожалению. И семена приманить. Кроликов. У меня нет морковки. Я бы хотел бы сбегать. Опа, птицу поймал. Срочно забираем. Надо ее пойти повесить на сушилку. Одно мясо хотя бы забрать. И на сушилку. Где у меня? Это у меня уже вяленый кусок мяса. А куда ворону-то делать? Стоп, это я с нее получил только гагатовое перо, что ли? Да ну не может быть. Срезанная трава. Так. Как-то что-то мне не верится. Хорошо, я немного подкрепился. У меня кролики. Надо чуть-чуть еды себе найти. Без холодильника будет вообще ужасно. Надо сбегать будет наверх. Мне бы еще бы семена. По еде у меня все есть вроде бы. Еще топливо добавлю. Гагатовое перо, наверное, сюда убрать. Или сюда. Нет, сюда. Здесь у меня что-то всего полно. Отлично. У меня нету... А, нет, есть. Я думал, у меня дерева нету. Птиц ловить мне не на что. Пока что не на что. Так, это есть. Пока что подкреплюсь немного ягодами. И семена. Где бы мне найти семена? Возьму это, сорву. Так, птицы, давайте мне... Ой, а тут кто-то рычит. Ужас. Я-то слышал, это, наверное, эти будут. Ну ничего, у меня есть броня, есть копье. Все есть. Пауки. Мне надо копье. И броню. Хоть одного паука. Так, отлично. Ууу, а что бежит? А что так? Ну, как это громко. Как их много тут бежит? Ой, гончая. Какие-то наглые гончие. Так, копье экипировать. Супер-супер брони, они замерзают еще. Буду драться, не знаю, что мне еще делать. Отлично. Еще даже ночь не наступила. О, я тут пауков немного поднабил. Музыка какая-то громкая, жесть. Вроде у меня не так громко стоит. Все. С этими справились. Немного топлива добавлю, а то скоро ночь. Ничего я так и не сделал. Пойду, паук, стой. Стой. Я так медленно бегаю. Ну, хотя бы парочку пауков еще. Побью. Ой, паутина. Мне бы вот от того бы убежать, от леса, в который прыгает. Он самый злостный. Пауков. Все, убить от меня, убить, я уже убежал. Вроде как все, отбился или нет? Все, надо убегать, броня у меня тоже спрятана, потому что сейчас подальше от них убегу. День 21. Да что ты ко мне пристал, как этот? Ягоды съем.
одену броню тогда и даю ему по кепке, просто его убивать долго, его ничего сутного не падает. И этих тогда растерзаю. У меня, да, у меня по ХП нормально еще. Железы. Отлично, я тут немного поднасобирал. Железы сейчас отхилюсь. Они, правда, нужны для чего-то, но я не знаю для чего. Потому что в игре нету обучения как такового. И это плохо. Паутину, паутину. Паутину сюда, клык гончий. Клык гончий сюда. Это вроде бы вот сюда. Все, я вроде как все поубирал. Сейчас приготовим мясо. Правда, не знаю, для чего оно нужно. Не могу съесть кусочек. И также мне надо пойти себе немного ягод поднасобирать. Да куда столько-то? Да хорош. На зиму надо оставить. Как у меня светло. И надо бежать наверх уже. Смотреть. Смотреть себе, где я могу выбить, как там они, шестеренки. Слишком много ягод насобирал. Да ничего страшного. Это есть, то есть. По-домашнему тепло и уютно. Отлично. Немного съем ягод и сейчас побегу. А побегу я куда-нибудь вот сюда. Просто я уже не знаю, где эти шестеренки мне убивать. Все уже, наверное, можно. Или нельзя. Да, все можно. Так, как мне тут бежать-то? Не, мне через низ. Через низ побегу. Ух ты. Мне также надо будет дерево еще. Где-нибудь по пути нарубить дерево. Все, я здесь правильно бегу, неправильно. Надо свериться с картой. Да, можно даже чуть правее взять. Где-нибудь еще деревяху срубить. Дерево покрупнее найти. Опа, семена. Семена мне пригодятся. Это хорошо, что есть семена. Ты мне тоже, наверное, пригодишься. Семена уже пропавшие, не свежие. Что плохо. Я знаю, что вот здесь вот можно питомца какого-нибудь себе завести, но я не знаю, на что они меняются. То есть там какие-то рецепты, а рецептов нет в игре. Вот еще семена. Это уже... Ух ты, я мерзну, мерзну, мне нужен костер. Вот о чем я и говорил. Сейчас небольшой костер сделаю, отогреюсь. Я к зиме вообще не готов. Что плохо. И далеко от костра уходить, конечно. У меня ни зайцев, ничего нету. Так немного, может быть, по идее-то есть. Но... Сейчас постою возле костра. Так, тихо. Ага, там какие-то эти. Мне надо будет их пробежать. Угу, ягоды еще нашел. Вот мне каждый раз придется ставить костер. Ужас какой. Ну как-то надо выживать. Да я не знаю просто, ну... Так, это... Пока еще не мерзну, но близко к этому. Поставлю, наверное, вот здесь, вот, чтобы еще леса нарубить. Костер себе. Добавлю навоз. Да хороший. Что-то вас как-то много слишком. Пингвинов. Вот, еще и шишка у меня есть. Отлично. Еще шишка. Я просто не понимаю, где мне искать шестеренки эти. Был бы холодильник, было бы все проще. Мне куда-то направо надо бежать. Оу. А тут, я так понимаю, цел... Оу. Это плохо. Ну, побегу туда, в любом случае. Мне это надо. Надо птиц всех обижать. То есть они сильно-то ко мне не будут приставать, уже вечереет. Что плохо.
Так, там птиц слышу. Все, что ли? А туда как попасть? Куда еще наверх могу сбегать? Вот, наверное, туда и побегу еще. Здесь это... Да, тогда придется туда бежать. Нужно мне шестеренки-то найти. Ой, ой-ой-ой. Странные птицы. Я замерзаю опять. Зачем ты за мной бежишь? Выходи за мной. Все, надо... Нет, не надо пока. У меня старый костер еще работает. Съем немного сочных ягод. На всякий. Надо будет приготовить еще. Вроде немного отогрелся и побегу дальше. Я ж правильно бегу, да? Сейчас обойду все это дело. Ну, а, это эти, что ли, сейчас? Я думал, непонятно, кто бегает. Здесь мраморная голова, которая мне неинтересна. Еще немного дальше пробегу. Лед. Лед, я знаю, что используется для... Для этого, как там его? Для приготовления... В этих... В казане, по-моему. Для блюд в казане. Вот туда побегу, сбегаю, не знаю. Просто куда мне идти, я уж всю голову сломал. Где мне найти шестеренку? Скоро у нас ночь, надо найти какое-нибудь место, где лес можно будет порубить. Где-то что-то... Да как так-то? Чуть правее взять. Так, это вы меня тут это... Да, и вот здесь вот, наверное, встану сейчас. Костер, говорю. Вот создать. Отлично. И здесь сейчас порублю себе. Пока светлое, пока еще есть время. Шишек добавлю как топливо. Все. Сейчас здесь нарублю. Здесь тоже я не вижу. Мне надо бегать как-то. А уже зима. Мне кажется, что от базы далеко отходить не стоит. Думаю, что эту зиму я не переживу. Хотя кто его знает? Все возможно. Пока здесь обоснуюсь, посижу. Еда есть, жареные сочные ягоды у меня есть. Все отлично. Скоро ночь будет. Думаю, здесь и остановимся. На костер, если что, у меня есть. У меня есть еще лопата. Выкапываю пеньки. Повыкорчевываю. Отлично. Есть. О, соло уже играет. Пучину фармит, так сказать. Один я пока что еще не играю. Просто пока время есть, надо во все поиграть. Пока что есть немного времени. Повыживать надо. Там повыживать. Топор возьму. Куда ждем, пока ночь закончится? Пока думаю, может быть, карту. Да все, здесь тупик. Вот куда мне бежать, я не знаю. Где могут быть шестеренки? Здесь я был. Здесь я был. Здесь шестеренки. Хотя, может быть, вот здесь? Я уже не помню, что там. Там. Здесь я тоже был. Здесь много всего, еноты. Либо где-то здесь. Иначе мне надо к базе. Где моя база? Я уж потерялся. Вот моя база. Мне надо в этот портал. Появиться здесь. Да, наверное, туда и побегу. Надо, значит, обратно бежать. Там пингвины. Да, побегу обратно через как-нибудь. Ой-ой-ой. Сейчас-сейчас-сейчас шишек добавим. У меня шишки есть. И еще полено. Да. О, рыба. А на что ее ловить? Надо покушать немножко. Все, по идее, у меня нет ничего. Мне это плохо. Свет, выживание, еда. Это что? Это что? Это... Формула старта какой-то непонятный. Плесень у меня есть. А что это такое? На эти штуки. Научная машина нужна. Все, зима началась.
Я не знаю, что мне делать теперь. Помирать так неохота. Придется ставить костры, рубить деревья. У меня уже начинаются галлюцинации потихоньку. Нет ничего, вон там пингвины уже шастают. Ой-ой-ой-ой. Надо как-то, чтобы меня не задело, пробежать это все дело по-быстрому. Булыжник. Куда мне? Так, все правильно, бегу. Да-да-да. Там чуть левее потом взять. Все заснежено. Немного семян еще поподбираю. Может быть, глядишь и проживу хоть немного. Куда-то сюда. Ну, пока не мерзну. Странно-то. Кстати, как-то. А, все, начинается. Значит, поставим здесь костер. Да где-нибудь вот здесь, вот. Пока погреемся, добавим топливо. Еще немного. Ну, хотя бы так можно греться, хоть как-то. Мне там еще Пукинаку вещей отдал. Говорит, на, говорит, для крафта. Я пока ничего скрафтить толком не могу. Не знаю, нормально я отогрелся или плохо. Дерево есть, с запасом дерева. Немного правее и там налево. Все, побежали. И вот здесь где-то мне надо налево. Пингвинов сколько. Семена, там животное дикое. И немного левее. Вот они, мои пауки. Уже глючит, с рассудком плохо. Морковки, увы, у меня нету. Еще паутина. Попробую птиц наловить. Попробую. Но не факт. Ладно, три. Три добавил. Все, я... А нет, ягоды у меня есть. Паутина у меня... Отойди, пожалуйста. Так, возьму ловушку для птиц. Установлю вот здесь. И семена. Приманить. Отлично. Так, 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 так. Мерзну, мерзну. Ну, отлично. Костер есть. Мне бы потом еще поспать, пока птицы нет. Никакой. Это выкину здесь. По еде у меня есть еда. Куда-нибудь сюда еще сбегать, посмотреть, что здесь. А здесь у меня ничего не удобрено. Пчелы не летают. Ой, холодрыга начинается. Так, отлично, птица одна есть. Забираем птицу. Все, что ли? Это такие худые птицы. У меня ловушка сломалась, где еда вроде бы, или выживание. Выживание должна быть ловушка. Три паутины мне надо взять. Возьмем все. Выживание, ловушка для птиц есть. Поставим здесь. Установить. Семена приманить. Птицы худые какие-то, даже есть нечего. Вы что? Я только... Но у меня еще есть ягоды, возможно, возможно. Я еще выживу, перья есть. Птица поймана. А если мы ее прям сразу можем? Нет, ее только можно бросить и приготовить. Сейчас мы ее приготовим. Ага, хорошо. Мне хоть как-то. Где еще? Вот-вот здесь вот поставлю ловушку. Установить еще два. Семечка у меня есть. Мне надо сходить будет лес порубить. Сейчас мы еще одну птицу поймаем. Мне уже есть надо. Готово. Отлично. Попробуем ее шлепнуть. Может быть, будет. Да, есть кусочек мяса. Повешу вялиться. Еще одну я смогу сейчас птицу поймать. Так, семена. Так, уйдите отсюда, пауки. Пауки вообще наглые. Лезут и лезут. Добавим топливо. Пусть будут. Паутину мы спрячем.
Все, у меня, если что, это есть. Соломенная шляпа по одежде. Что я могу сделать? Мне бы кроликов. Шляпа бифа. Вот кроликов не хватает. Сейчас бы два кролика, но у меня нет морковки. Так, отлично, еще кусочек мяса вялить. Так, 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 ночь, уже ночь. Ну, я попробую повесить, вялить. Да, я успел. Закину дров и пойду отосплюсь. Спать в палатку. Все, мне надо поднять рассудок немножко. Конечно, с едой у меня там ягоды есть, но пусть будет. Думаю, что я справлюсь. И надо будет бежать уже. Исследовать новую локацию. Налево получается. Сейчас немного подымем тогда рассудок, а то уже начинает немного подглючивать персонажа. Двоится в глазах. То плохо. Все, ждем окончание ночи. Да, наверное, это среди ночи. Сколько мне? 170, наверное, надо. Там я уж соберу себе что-нибудь покушать. Голод неумолимо растет. Сытость желудка падает. Рассудок повышается до 180. Нет, больше. Ну, пока есть. Время есть. 190, что ли, будет? Нет, больше. 196. 200. Все. Вставай. Пока что есть нечего, семян у меня нету. Спрячем ловушку. Наверное, сюда, в этого бегемота спрячу своего. И надо будет... Тут скоро уже все. Ночь подойдет к концу, надо будет мне сходить. Собрать ягод хоть немного. Да куда ж ты все столько... Да хорош. Да он все ягоды решил, да, собрать? Все, хватит. Я сейчас часть съем и часть возьму с собой. Надо бы деревьев нарубить. Да, тут птицы еще шастают. И бежать уже. Не знаю, ну, зиму-то я смогу продержаться, это точно. Это если даже с базы не буду уходить. Все, с собой несколько ягод возьму. У меня там еще, по идее, есть. Здесь возьму. Ягод у меня совсем немного остается. Надо травы набрать. Все, и бежать дальше. Бежим дальше. Семян я не вижу. Одеваться мне не во что. Ну ладно, сейчас пройдемся в этот портал. Отлично, я в лесу. И побегу вот сюда наверх, наверное. Да, так и сделаю. Пока дрова есть. Если уж там не будет, я тогда не знаю, куда же мне тогда идти. Бегу наверх пока потихоньку. Вот, вот семечки нашел на будущее, отлично. Это хорошо, уберу их сюда. Еще семечки. Оп, замерзаю. Костер. Костер вот здесь. Закинем две лепешки. Срубим немного деревьев. Надеюсь, я не помру. Так, эти у меня есть. А что? Не-не-не. А что ты делаешь? Я... Что-то понять не могу. Что он там крафтил? Здесь срублю. Кто-то хотел скрафтить. Ух ты.
А я тут, вот это у меня тут вообще сейчас жара-то будет. Да вы что, побегу-ка я дальше. Пожар устроил небольшой. Это я мог. Так, правильно бегу, да, правильно бегу. Сейчас еще немного ягод сочных съем. И надо выходить на дорожку, куда-нибудь налево бежать. Ух ты, тут еще ягоды есть. Это хорошо. Сейчас разведу костер. Где-нибудь подальше. Да я понял. Да, это я буду так долго разведку вести. Срублю деревяху. Срезанные травы мне надо будет еще для костра. Немного погреюсь, побегу дальше. Так, то по-быстрому отогреюсь. И все, мне тут осталось побежать. Там срезанные травы, посмотрим. Где-нибудь тут побегаем, там побегаем. Ну, я просто не представляю, где могут быть запчасти. А что это такое? Смотреть мраморное дерево. А я его могу чем-нибудь срубить? Ага, отлично, мрамор будет. Мрамор себе еще найду. Он мне нужен. Нет, хорошо, что тут мрамор есть. Так, замерзаем. Но я так долго не протяну. Костер. Подкрепиться немного. Травы надо срезать. Топор. Рубить. Прям все как по-быстрому. Я не знаю, на одном бегаю везде, костры выставляю себе. Так, конечно, жить это... не вариант. Немного отогреюсь, пойду еще травы себе соберу, срезанную. Да, здесь трава есть, ее довольно много. Здесь кролики. Что-то могу себе уже сделать. Сейчас начну замерзать, побегу обратно выше. Да, здоровье у меня падает. Отлично, еще ягод себе приготовлю. И смотрим. Здесь вроде ничего такого, может быть, направо пробежаться. Или сюда, налево. Наверное, налево надо пробежаться. Где моя кирка? Ну, потому что я прям не знаю. Этого надо будет еще добыть. Тоже мрамор, наверное. Да, мрамор, свиток какой-то. Уже ночь. Ночь близится, надо добавить топливо. Все, топливо добавил. Немножко съесть. Дальше, наверное, не побегу, а то замерзну опять. Да, греться нечем. Как-то я вот с одеждой, да, проморгал. Ну, я и не знал, что мне нужна будет прям вот теплая одежда какая-то. Не рассчитывал на это. Направо здесь, наверное, будет река. А сюда мы можем еще сходить разведывать. Свиной дом, свиной дом, свиной дом. Может быть, здесь, вот здесь что-то и будет. Все, с едой у меня все плохо пока что. День 24. Будет, я долго выживаю. Я обычно больше 7 дней не выживаю в этой игре. Тут я прям на рекорд пошел. Еще добавлю топливо. Ждем тогда окончания ночи и 3% на футбольном шлеме и бежим. Тогда дальше. Футбольный шлем. А у меня нету шкур свиньи. Веревка есть, а вот шкур свиньи нету. Да. Пока что без этой машины ничего не могу сделать. Чертеж часто защищает. Тяжеловатое, но прочное. Что такое? На, это, наверное, это сейчас будет лезть. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш.
Киш-киш-киш. Погоняем ее. Она вроде может дотронуться до костра и все. И он немного подтухнет. Сейчас посмотрим. Не, обожглась. Ну, топливо еще закинем. Киш. Все, ночь уже заканчивается. Я уже отогрелся. Пойду немного левее вниз. Ну что ты пристала ко мне? Я отсюда. Стою поближе, может быть, больше согреюсь. Надо ягоды еще жареные поесть. Пока совсем не пропали. Да мы поняли, что с рассудком все плохо. Все, отлично, бежим. Куда-то сюда, в эту сторону. Птицы. Здесь пауки. Пауки мне не нужны. Я уж тут все локации избегал. Дальше бежим. Больше я уж не знаю, куда мне бегать. Тут свин. Свина могу шлепнуть. Опа, семена нашел. Да, зимой это не вариант так выживать. Здесь я уже был, надо, да, куда-нибудь сюда, может быть, в лес сбегать. Ну, я не знаю. Где-то же должно же быть. Что ж я? Совсем не могу найти. А, да, здесь я пауков убивал. Паутину фармил. Свин бегает. Все, ну, вроде, когда долго у костра находишься, он хорошо так... Тепло всегда набирает персонаж, и можно подольше уже побегать. Вот здесь вот единственное, слишком много деревьев. Поставлю где-нибудь. Вот у меня свин сгорит еще. Тоже боюсь, что что-нибудь сгорит. Поставлю костер. Попытаюсь вырубить деревья. И немного себе поднакопить деревьев. И тут что-то начинает кричать. И надо постоять, погреться, посмотреть, куда мне еще можно сбегать. За... посмотреть, где находятся шестеренки. Сейчас постою возле костра. Закину шишку. Да, одну шишку закину. Если только вниз. Здесь можно еды набрать. Да, наверное, пробегу вниз, посмотрю. Одна паутина, одни пауки. Здесь эти всякие. Непонятно, куда прибежал. И пять пауки. Это ее тоже можно как-то это... приманить к себе, точнее, из-за этого. Себе ее забрать. Но я не знаю как, там вроде вилка, ложка нужна. Где взять, достать, не знаю. Ну, на птицах я еще проживу немножко. Было бы лето, было бы попроще. Здесь я вроде бы все поутаскивал. Морковку пока брать не буду. Мне эти зайцы как-то на птицах проживу. А вот для костра надо травы понасрезать. Приходится останавливаться, делать костер и пережидать все это дело. Топливо добавим, постоим, пока погреемся. Здесь я все осмотрел, что у меня есть еще какие варианты. Вот сюда, правда, бежать, смотреть наверх. Там вода. Здесь вода. Да, если только в этот биом бежать, через него наверх. Раз уж я здесь, так и сделаю, побегу. Вроде бы немного согрелся. И побегу туда, наверх. Тут у меня лягушачья голова какая-то. Правда, непонятно чья. Жаба какой-то. И сейчас вдоль воды побегу наверх. Через соломенный биом. С едой теперь проблемы. Может быть, ягоды какие найду. Что-нибудь пожевать. Все, бегу наверх. У меня никаких ни ловушек, ничего нету.
дорожку здесь найти. Где? Может быть, мне налево надо? Убегу наверх. Я дорожку не вижу особо. Не заняла. Костер мне нужен. Создать костер. Отлично, сейчас отогреюсь. Посмотрим. Да, я правильно бегу наверх. Да, повыше посмотреть. Что там у нас? Все, я побежал. Немного осталось до ночи. Может быть, там хоть будет что-то. О! Ух ты! Классно, бифлы еще. Я нашел еще бифлы. Так, ну это, наверное, конечный будет. Ух ты. А вас здесь много. Не хотелось бы мне среди них оставаться. Все, видимо, я добежал до конца локации. Ставим костер. Немного топлива добавим. Да, там, скорее всего, одна вода будет. Здесь бифола. Да бифола не так далеко уж. Уже ночь. Ну что ж, я тут уже половину карты отбегал. Чтобы не затягивать серию, давайте на этом остановимся. В следующей серии также побежим искать, смотреть, где можно найти эти шестеренки. Просто не хочется всю зиму оставаться на базе. Хотя я мог бы, наверное, выжить на базе. Может быть, так и сделаю. Сейчас посмотрим, как у меня будет по показателям здоровья. Точнее, желудка по показателю сытости, да, там рассудка и здоровье. Может быть, придется вернуться на базу и правда сидеть всю зиму на базе. Что ж, а на этом данное видео подошло к концу. С вами был Вузи. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.